Патруль включает сирену и начинает погоню. Шестерка выехала на перерез. Привет, ребята, сегодня у нас посылки из Китая. Привет, ребята, вот она родная. Ну, я предполагаю, что это такое, но мы будем уверены только в 100%, когда распакуем. Давай. Давай. Ножницы. Так. У тебя с ушами там что-то, может быть, тоже? Нет. И вот здесь. Раз, два, три, четыре. Интересно, ты все разрежешь? Не, я только вот, чтобы открыть коробочку. Так, так, так. Так. Ну, интересно. Так, что тут? Так. Нет, ну, пожалуйста. Может быть, вытряси его просто? О! Смотри-ка. Упаковка есть, а машинки нет. Сплошные пузырики, смотрите, ребят. Вот она. А что это? Я даже... А, вот она есть, кстати, я вижу. Вот она, вон она. Вон она, вон она, немножко. Вот она, вот она. Нет, давай. Смотри, это нечестно. Ну, пожалуйста. Так, вот, так. Ну? Интересно, а как она открывается? Она как-то по-хитрому открывается, она как-то вот так вот, вот. Ну, тяни, так. Ох ты! О, еще и подарок! Подарок есть! О, ребята, подарок вместе с основной машинкой нам положили маленькую. Какой же класс, мы сейчас ее тоже покажем. Вот такая коробка, смотрите, ребята. Смотрите. Я не могу открыть! Не можешь открыть? Сейчас откроем. Смотри, что-то написали. Дорогие. Я открыл. Дорогой, вот видите, смотрите, по-английски написано. Hi, how are you today? Машинку открывай, открывай, так разматывай. Вот, и вот здесь вот так, смотри, вот афера просто разматывай, разматывай. Ух ты! Ох ты, какая здоровая! Ну? Полицейская! Полицейская! Шестерка, что ли? Шестерка, ну поставь, покажи ребятам. Работает там сигнализация, что ли? Там есть какая-нибудь включалка? Тут включалки нет. Интересно, а есть батарейка? Она, наверное, вот так с кнопки нажиматься должна. Да? Сейчас мы вот здесь откроем, посмотрим, есть ли батарейка. Потому что без батарейки она не заработает. Так. Посмотрите, ребята. Посмотри. Да, и подарочек, вот этот автобус, это просто класс. Так. Во, смотрите, ребята, двери открываются. Капот открывается, но он, кстати, неправильно открывается. У шестерки так капот не открывается. Это только китайцы могли придумать. Ну ты посмотри, там же двигатель внутри. И у этого еще есть механизм? У этой маленькой есть механизм? Вау, круто. Ну ты до шестерки-то покажи. И у шестерки есть механизм. А багажник открывается? Я быстрее, потому что у меня меня... Смотри, багажник открывается. Вот это шестерка, ребята. Вот это да. Ну, молодцы, хорошо сделали, похоже. И фары тут, понимаешь, прямо как настоящие. А задние так и не открываются. Ну, не хотят никто делать задние двери. А так круто. Багажник, смотрите, ребят, ну круто, круто. Вообще. А давайте проверим, кто быстрее. Давай попробуем. Ой! Одинаково, да? Нет, автобусик. Автобусик быстрее. Давай покажем ребятам автобусик. Вот такой автобусик. Классный, да? Что написано? Ничего не написано. Так. Опа. Нету батарейки. Да что ж ты будешь делать? Пошел искать. Ребят, мы не нашли для шестерки батарейки. Но зато мы нашли донора. Донора. Который у нас с батарейками. Сейчас мы их вытащим. Во как. Надеюсь, что этот автомобиль также будет громко работать. Ну давай вытащим батарейки. Вау! Она заработала, Игорюх. Ну что, проверяй, как она работает. Смотри, фары моргают. О! Она, видишь, пока не пройдет до конца, не дает. Вот, нажимай. О! Будем ловить? Да. Погнали. На трассе оживленное движение. Но водитель Audi лихачит, делает обгоны, подрезает. И это заметил инспектор ДПС на десятке и начал преследование.
Водитель Audi, делая обгон, задел молоковоз. Молоковоз уходит в кювет, переворачивается, дальше подрезает DHL. Ребят, почтовый фургон уехал в кювет, чтобы не врезать. Ушел от столкновения, а Audi продолжил свое движение. Вот что он натворил, молоковоз уже лежит, что будет дальше? ДПС продолжает свое преследование. Очередной выезд на встречку. Искание уходит на встречку и задевает ДПС. И ДПС тоже заносит. Тоже заносит и уходит в кювет. Какой же патруль догонит этот Audi? Неподалеку еще один патруль стоял, ему тоже сообщили. Про Audi. Audi быстро полетает мимо патруля. Патруль включает сирену и начинает погоню. Стоять, я буду стрелять. Остановиться, серая Audi. Остановиться. Не слушай его, я на газ жму. ДПС продолжает преследование, но Audi очень быстро, шестерке тяжело приходится. Audi проходит всякие повороты, подпрыгивает и уходит дальше. Патруль по-прежнему преследует серую Audi. Поскольку шестерке тяжело догнать Audi, они просто обхитрили ее и выехали на другой трассе. Шестерка выехала на перерез и подрезала Audi. Audi ушла. Стоять, я буду стрелять. Audi ушла в кювет. Так шестерка не скоростью, а хитростью обхитрила Audi. Вот так вот, да, ребята, скорость не самая важная. Еще и смекалка, которая была у этой шестерки. Рядом проезжал автобус. Если бы он чуть раньше выехал, могла быть беда. Но он проехал, и ничего с ним не случилось, благодаря нашей шестерочке. Ну а это пойдет на арест. Соблюдайте правила и никогда не гоняйте быстро. Да, не гоняйте утром или ночью. Иначе вот такая история может быть, как серый Audi. Ну что, как сегодняшняя наша шестерка ДПС? Хорошо. Обратите внимание, когда все открыто, она беспрерывно работает. Но если все закрыть, она остановится. Все? О! А если открыть, она будет продолжать кричать. Вот смотри. Я открыл, и она больше не останавливается, она продолжает. Вот такая вот хитрость. И, кстати, сзади тоже работают. Удивляют. Это точно. А это видел? Китайцы удивляют, ребят, мы едем в Пекин. Игорюшины игруши. О, какие очень классные автобусы. Жалко, что у меня их очень мало. О, а если посмотреть, сколько у меня автобусов? Так-так-так, что-то у меня есть. Да, что-то у меня совсем автобусов нету. Папа, иди-ка сюда. Что случилось, Игорь? Опять проблемы? Да. Да, пап, у меня нет автобуса. Как это нету? У тебя целый ящик автобусов. Да нет, у меня только где-то были автобусы, но их было мало все равно. Пап, ну все равно у меня есть автобусы, только такого нет, со звуком и светом. Ах, тебе такой надо? Да. Да у тебя целый ящик игрушек. Да ну, даже слушать не хочу. Папа, папа, стой! Да не буду я покупать, отстань. Ну ладно, мне все равно, я сам куплю. Как ты купишь? У тебя даже и денег-то нету. Это у меня-то нету. А это видел? Откуда у тебя деньги, Игорь? Я что-то не понял. Представляешь, я доллары накопил. Что значит накопил? Ну вот так вот бабло накопил. Да они не настоящие. Ну и что? Они настоящие. Ты уверен? Да. Дай-ка посмотрю. Действительно похоже. Пойду-ка я действительно куплю тебе автобус. Нет, это мои деньги, это мои доллары. А тебя не продадут, ты ребенок. Ладно, папа, ты прав. Заказывай китайский автобус. Посмотрим, что это такое. Ну ты даешь, я вообще в шоке на самом деле. Ну что, пап, купил автобус? Купить-то купил, только денежки-то твои липовые оказались, и меня чуть не наказали. Да? Так деньги надо проверять?
Ладно, все с тобой понятно. Держи свои липовые деньги. Ну, автобус буду открывать я. Нет, я буду открывать. Пап, ну давай вместе. Вместе, говоришь? Ладно, ну пошли в нашу любимую студию. Что, ребята, вы готовы узнать автобус, какого он цвета? Конечно, готовы. Давай, наша традиционная рубрика «Распаковка машины». Да. Да, если бы у меня с собой денег не было, твои бы липовые мне не пригодились совсем. А что они такие липовые? Не знаю, тебя надо спросить, ребята. Пап, помоги мне, пожалуйста, открыть. Тебе еще и открыть помочь? Ай, как обычно, все как обычно. Ребята, вы угадали, какого цвета? Он цвета синего! Китайский автобус, посмотрите, какой он красивый! А он со светом? Смотрите, ребята, китайские иероглифы. Просто огромный, он, кстати, большой, он сантиметров 20 такой. Механизм интересный есть? Есть! Он прокручивается. Что это он прокручивается? Слики стоят. А вот и с батарейками. Ох ты! Китайцы удивляют, да? Вообще! Посмотри, у него еще багажное отделение вот так открывается. И даже задняя часть. Задняя часть. И свет! И свет есть еще. Вообще, давай в темноте проверим. Давай. Китайцы удивляют, ребят, мы едем в Пекин. Ребят, это была маленькая поездка в Пекин. Причем ночная. Да, вот с таким светом, да. Классно. А теперь мы приехали в самой Китай. В самой Китай? Да. Да. Посмотри, еще с этой стороны огромный багажник, я не заметил. Давай. Еще. Я! О, какой багажник, ты еще здесь. Ох, тут можно так. А он сквозной, посмотри, он насквозь. Я тебя вижу. А я тебя так вижу, я твой фотоаппарат только вижу. На сквозной вообще. Ребят, ну давайте снова поедем в Пекин. Снова в Пекин? Ну да. Заводи двигатель. Да, теперь выключаем свет. Ух ты. Ребят, наступил настоящий вечер в Пекине. Ну давай, зажигай фонари и вперед. Ух ты. Вот это китайский, просто крутецкий автобус со светом. Ребят, теперь мы катаемся по Пекину. Уже по Пекину? Уже приехали? Да, нам китайцы машут рукой. По-моему, настал день, да? Да, ребят. Открываем двери. Сработала сигнализация, по-моему. Попробуем еще раз двери открыть. Слышим китайский голос девушки. О, какой автобус. Сетра. Удивляй. Это точно. Китайцы удивляют. Лови, горю. А что он прокручивается? Давай теперь мне. Тоже прокручивается, хотя нет, едет, смотри-ка. Еще разок. О, прокручивается. Короче, тут покрышки очень твердые и скользкие. Поэтому ставим за это минус. А в целом это... Круто! Точно! Ребята, вот такой вот китайский все-таки автобус. Все-таки это автобус, все-таки он китайский. Ну что, да. До новых выпусков? Да, пока-пока, мальчики и девочки. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Игорюшины Игруши. До новых выпусков. Китайцы удивляют. Ребят, ну как вам автобус? Напишите в комментариях. А сейчас всем пока. Привет, ребят, сегодня у нас посылки из Китая. Привет, ребят, очередная посылочка из Китая. Как ты думаешь, что там? Посылочка из Китая уже здесь. Вот такая коробочка. Сейчас мы вскроем. Детям ножики не игрушка, поэтому папа сделает. Так. Две коробки. Мы вроде одну заказывали. Ничего себе, вроде одну заказывали, а почему две? Ну, что-то я... Ну, что такое там? Это! Так это две посылки, Игорь. Это две посылки. Да, это две. Сразу две положили?
Пожарная машина? Первая посылка. Как это? Это мне пожарная машина, наверное. Ничего себе! Я хотел пожарную машину, да? Такую. ЗИЛ. Спасибо, Китай. Спасибо, Китай. А Субарик? И Субарка должна быть. Вот она. Ох ты, ребята! Грязная Субару. Так вот какого она цвета. А теперь третью коробку попробуем. О, нет, это же механизм. Механизм даже есть? Ну, сейчас мы будем показывать. Не, ребята, это просто класс. Там? Там дорога. Там дорога. Ребята, это дорога-наклейка. Вау! Ну, вообще, сейчас мы гонки устроим. Так и не будем, давайте целый город. Целый город придумаем? Так, ну давай аккуратненько откроем вот эту коробку с машинкой, с пожарной. Вау! Ждали до Нового года, а пришло после Нового года. А я хочу такую Субарку. Посмотрите, ребята, какая красота. Ну, посмотри. Просто я Субарку, а мне вот эту? Алматы. Субару грязная, прям вот реально грязная она. Это класс. Класс! Прямо какие, смотри, как... Даже каркас безопасности. Ну все, давай показывать. Ребят, ну у нас Субара, конечно, не было, а неожиданно появился ЗИЛ в этой коробке. Мы сдали Субарика, а пришел еще и ЗИЛ. Ну, дорогу мы тоже ждали, это наклейка. Вот такая машинка. Я пока Субару посмотрю. Восьмая часть, город Алматы. Это Казахстан. Привет. Алматы, Казахстан. Привет всем, кто из Алматы, из Казахстана. Всем привет. Казахстана. Всем привет. Так, вот такая вот машинка ЗИЛ-130. Не знаю, есть ли у вас такая, нет, теперь у нас вот такая Алматы. Есть. Алматы. Красивая? Это даже... что, реально в Казахстане есть? Да, вот это пожарная машина из Казахстана получается, да, вот с такими надписями. А Субара? А Субару сейчас мы разберемся, откуда она. Ничего нету, не, ну, звуков, света нету, но вот такая модель, очень крутая модель. Теперь Субарик. Что у нее? Двери открываются? Открываются. Вот такая вот машина. Причем, посмотрите, ребята, вот дворники, тоже вот стекло лобовое, оно загрязненное. И в том месте, где работают дворники, ребята, чисто. Я знаю, откуда она. Откуда она? Она из Китая. Нет, она, и смотрите, из Норвегии. Да, кстати, знаешь, как зовут гонщика раллийного? Да. Петер Солберг. Петер Солберг. Чемпион мира по ралли. Один раз он становился. Вот такая крутая машина. Я, кстати, играл в игру, которая называлась Колин Макрей Ралли раньше. Мы как-нибудь ребятам покажем. Колин Макрей. Да. А ты кого-нибудь победил? Конечно, я вообще проходил все. Круто было. Вот такая вот машинка, ребята, крутая. Очень сделана качественно. Каркас безопасности. Давайте я вам подсвечу свет. Покажу. Вот, смотрите, там внутри как. Мы плохие пожарные. О, какая машина. Вся грязная. Мы плохие пожарные. Вся вот такая замызганная. Прямо настоящая раллийная тачка. Сколько лошадиных сил у этой раллийной машины Subaru? И сколько лошадиных сил у ЗИЛа? Да, я а думаю... А здесь, наверное... Я думаю, что... А ты молчи. Молчи. Тихо. Пусть ребята скажут, а мы уже определим, кто был прав, да? Ну, давай теперь перейдем к дороге. Будешь клеить дорогу? Хорошо. Клей дорогу. Да. Давай. Наверное, нужно ножницы будет взять. Вот так она... Ох, как она выглядит. Вот такая дорога. Смотрите, ребята. Вот так... Кстати, китайские надписи. Нет, не так. А как, вот так? Да. Тогда тебе надо вот так, да? Сейчас мы... Вот... И наша дорога готова. Эй, во. О, круто? Теперь можно делать разные истории, да, с дорогой. Вообще легко. Ну что, запустишь Субару по дороге? Авария! Ну-ка запусти Субару по дороге. Он сейчас врежется сразу же. О, четко идет по дороге, да, Субарик? Ой! Ну что, машинка жива? Ничего не случилось с ней? Все нормально? Нет? Да? Вот такая машина и такая вот шоссейка. Ха-ха-ха, мы бандиты. Вы бандиты. Оба.
Оба! Ну все, пожарная машина спешит на помощь! А Ролин участвует в ралли, но не по шоссе, потому что она грязная. Привет, Ром! А почему ты такой грязный? Просто я на гонках там езжу, поэтому. А, ну все понятно. А ты почему такой красный? Потому что я пожарный. Это логично. Ну что, может быть, ты мне поможешь участвовать в ралли? Если что, потушишь меня вдруг. Да! Поехали! Ребят, тут такие классные тачки. Да, ну, ты какие-нибудь проблемы увидел у машины с Китая? Да, ну? Вот у пожарки двигается вот это, надо подклеить. Подклеить, и еще я обратил внимание, что вот это двигается тоже. Тоже надо где-то как-то зафиксировать. А Subaru очень круто выполнена. Очень такая собранная машинка. Ребят, ну мне понравились, честно, эти машинки. Если вы хотите, чтобы мы похожие машинки продолжали заказывать из Китая, ставьте лайк. Ну а на сегодня что, все, наверное? Да. Пойдем подклеивать пожарку, а на этой в ралли участвовать? Да, пока мальчики и девочки, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Гаджигуш. Вот такие у нас сегодня машинки. Я на вызов, а ты? Я на гонку. Поехали! Поехали! Я вижу уже! Нет! Я вижу! Нет! Поехали! Поехали! Цистерна внутри в этом перевозчике. Где же курьер? Где же курьер? О, мобильник. Алло. Алло, здравствуйте, это Игорь? Да, это я, Игорь Зубков. А это самое, посылку-то вы из Китая ждете? Да, я хочу в автобус, вот этот, не знаю, какого цвета. Ну это значит тогда вам, здравствуйте. Да. О, ребят, всем привет, друзья. На канале Гаджимурыш сегодня мы с вами открываем вот эту посылочку. Но это не просто посылочка. Это автовоз, и там фура есть. Да, мы заказали в Китае автовоз, решили узнать, какие машинки-игрушки в Китае, да? А ты можешь открыть? Я не могу. Я тоже не могу. Открывай. Ладно, я пошел, пока. Я вернулся. Вот с этим, чтобы открыть посылку. Но давай быстрее. Нельзя брать, потому что... Детям ножик не игрушка, только взрослые открывают. Так, режем. Так. А, ты режешь, как будто бы мне вот сюда... Где еще надо? Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Так, ну что, мы открыли полностью или нет? Что-то не открывается. Китайцы вот как-то ее запаковали так, чтобы не разбить, наверное, только из-за этого. Так, что тут еще у нас? Вот так. Интрига, что за автовоз? Так, ну, давай, ножик убираем. Я уже вижу. Нет! Я вижу уже. Нет! Я вижу. Нет! Ладно, открывай сам. Так, ну. Оранжевый с головой. Быстрее покажем ребятам. Ну-ка. Ничего себе, как доехал-то? Нормально доехал-то? Смотри-ка, даже не мятый. А я хочу вот такой. Даже не мятый. Ну вот такой в следующий раз. Окей? Да. Нет, мое. Ну, пожалуйста. Мое. Можно? Так, упаковочку убираем. Ой, я хочу оранжевую фуру, она прикольная. Прикольная? Ну давай, тогда вот тут папа еще раз чиркнет. Эх, Китай. Давай, папа, еще чиркнет. Они даже закрыли, чтобы... Конечно. Специально. Давай-ка я чиркну, ты открою. Так я не открыл, да? Вот так вот мы сейчас, папа, откроем. Зачем? Теперь можешь открывать. Че, китайцы такие хитрые, что... Хитрые, очень китайцы хитрые. Потому что зато они... машинка целая пришла. Да, целости и сохранности. Открывай быстрее. Ой. Ух ты, какая упаковка. Ух ты, железный хоть? Да. Не обманывали, железный. Смотрите, ребят, какая коллекция есть у этой фирмы. А фирма называется Super Power, да? О, сколько. Нам еще предстоит много заказать. Напишите нам в комментариях, ребята, какую из этих фур в следующий раз нам заказать. Вот я вам сейчас покажу.
контейнер, перевозчик, что тут еще? Смотрите, что происходит, у него даже прицел. Отстегивается? В общем, ждем от вас комментариев по поводу вот этих. Радость захлестывает тебя. Да. Вот такая вот отличная штука, грузовик-перевозчик. Интересно, что он перевозит? Вот, наверное, машинки, автовоз. И такой же, как у нас, только красный. Он перевозит такой же контейнер, как у нас. Да, вот смотрите, с огнем уже идет. О, какая, с зеркалами, с трубами. Это даже не оранжевый, а какой-то древний. С баками, тягач. С баками даже винтики это есть. Это желтый тягач. Ну, желтый, да, он не оранжевый, он скорее желтый. О! Да, это желтый. Что тут написано? Контейнер 420, да, написано? Вот. Красивый. А вот тут вот сбоку. Контейнер 420. По-английски написано контейнер 420. Крутой. А вот этот шевелится, интересно. Смотри, откидывается. Ребята, кстати, у нас фура тоже в хардербе была. Смотри, тут должно откидываться. Ребят, такая фура у нас была в хардербе. Да, игра на планшете у Игоря есть. Там такая фура, мы с ней все время сажаемся. Это не желтая. Зеленая. А, да, наверное, там зеленая была, да, и желтая. Смотрите, ребят, как быстро отстегивается. Чуть-чуть поворачиваем, и все. Так, держи голову. Дай. А я посмотрю, отстегивается ли сзади вот эта штука, смотри. Этот тягач не очень быстро. Зато у него, смотри, что делается. Отстегивается. А это у нас шевелится? Вот эта штука шевелится, интересно? Сейчас посмотрим. Должна опускаться, по идее, она не опускается? Она не опускается, как у нашего большого. Ну, зато машинки тогда влезут вот сюда. Сейчас проверим на Hot Wheels. Да. На Hot Wheels их проверим? Да. Или на Вейле маленьких проверим? Наверное, это... О, смотри, здесь тоже что-то шевелится. А что это здесь шевелится такое? Вот такое вот. О, вот, посмотрите, ребят. Красивая штука? Это решеточка. Красивый. Папа, знаешь, что это? Окошечко. И, кстати, я здесь могу, знаете, что заливать? Цистерну. Цистерну внутри в этом перевозчике. Так, машинки мы достали, чтобы туда разместить, да. А теперь сравним. А что мы Hot Wheels поставили? А я тебе вот принес для сравнения. А Hot Wheels мы чуть позже сейчас достанем. Да. Ты проверь. Ребята, на... смотрите. Так. Ребята, тут количество одинаковое. Сканя выше, чем у... У него такой же масштаб. Темно-желтая фура. А темно-желтая фура длиннее, чем этот. Ну, длиннее, потому что у него есть вот капот, а у этого все под кабиной, а здесь в капоте. И смотри, какое у него спальное место сзади огромное. Еще и просвет есть. Смотри, просвет. А где спальное место? А вот где окошки. Да. Там можно спать. Да. Дальнобойщики там спят. Останавливаешься, спишь, едешь дальше. А у меня здесь грузы стоят. У тебя грузы там спрятаны? Да, у меня... Давай-ка грузы за... А, о, кстати, смотри. А этот-то сюда подходит? Ну-ка, давай проверим. Так, этот сюда у нас не входит, другой совсем разъем. Но можно вот немножко вперед продвинуть, вот так, чуть-чуть, и поедет. Смотрите, что там написано. Здесь написано truck, а там что? Tools. Tools box. Tools box. Да, то есть коробка инструментов. Да. Смотри, кстати, можно не застегивать, а просто зацепить чуть-чуть, и он поедет. В принципе, да, отлично. Ну, давай, цепляй и машинки проверяй, залезает или нет. Заезжаем. Это, проталкивай дальше ее. Проталкивай, не боись. О, можно закрыть уже. А эта фура вот сюда встает. А это сюда встает. Вот это мощь. А сюда надо один Hot Wheels поставить. Думаешь? Ну давай, несу тебе Hot Wheels. Так, какой тебе Hot Wheels-то дать? Какой бы тебе дать Hot Wheels? О, Dodge. Круто смотрится с огнем, и этот с огнем, смотрите. Только и этот с огнем. Эта фура не нужна, потому что уже есть фура. Но она может быть перевозчик фур? Как там, ты думаешь? Там всего 4 машинки может перевезти. Давай наша фура перевезет фур. Поехали! Поехали! Может, мы уже будем заканчивать? Конечно, будем. Еще немножко покажем и вперед. Во! Смотрите, ребята, мы нашли прицеп от фуры. Теперь у нас этот. А этот у нас что-то не при делах получился. Может, его тоже перевезем? Да. Конечно. Вообще легко. Интересно, а вот, кстати, вот этот прицеп подойдет к нему. Ну-ка попробуй поменять прицеп. Ой, что же у тебя упало-то, Игорюш? Ну что, машинки? 4 машинки можешь перевозить, да, маленькие? 4 маленькие машинки. Ну супер, супер. Я могу теперь... Теперь ты можешь...
тоже. А вот мне кажется, вот так будет смотреться круто. Смотри. Фура везет фуры маленькие. Красиво. Ну что, ребята, понравилась наша фура из Китая, суперская? Кстати, как она называется? Вы знаете, как она называется? Да. Тут написано просто трак, но у нее есть название. Так она с китайской фурой сегодня была. Суперская? То есть американская. Точно. До новых выпусков, друзья. Ждите новые фуры, пишите, какие еще заказать. И... пока. Пока. Вау! Китайцы удивляют. После удара у шестерки отвалился бампер. И горюшины, и груши. О, это, кажется, посылка. Привет. Кто там? Курьер. Ох ты, это же машинка из Китая приехала. Пап, смотри, машинка из Китая приехала. Ух ты, здорово. Вот я и буду ее открывать. Нет, я показываю, и я буду ее открывать. Нет, я, можно? Нет, я же, моя очередная машинка, я хотел ее, и я теперь ее заберу. Это моя машинка. И я ее открываю. Ах так? Сейчас мы посмотрим. Чья это машинка? Так, где Игорь? Ах, ты здесь? Нет, папа, я открою. Может, мы не будем ссориться и откроем эту машину вместе? Не будем. Почему? Потому что я ее первый открыл, я буду первый снимать и открывать. Ребята, всем привет, сегодня мы открываем такую машинку. Ну, открывай один, жадина-говядин. Ну, ребят, ну я же заказал, и мне открывать. Конечно же. Пусть открывает. Пойду дальше чай пить. Ну иди чай пей. А я ребятам покажу вот такую машинку, полицейскую ДПС. Смотрите, ребят. Это такая вот машина. ДПС китайская. О, ребята, еще и капот открывается. Ладно, папа, давай вместе посмотрим, что это за машина. Ну что, без папы никуда? Ну конечно, давай вместе показывать тачку. Так. Вот у нас тут открываются двери и капот. Так, ну давай капот открой нормально. Вот так вот. Так. Что, он плохо так открывается, что ли? Ну-ка. Да. Он должен нормально. А что так плохо открывается? А, китайцы! Даже до конца капот не открывается. Вот дают. Ну тачка-то классная. Да. А багажник? Багажник сзади открывается? Багажник? Да. Да, я тебя обманул. А, нет. Нету? Ну-ка. Нет. Нету. Нет. А механизм есть? Механизм заводной есть. Ох ты, смотри, что я вижу. Эту штучку выдернуть и будет звук, что ли? Сильнее тяни. Вау! Китайцы удивляют. Ну-ка, если дверь открыть. Тот же звук. Двери на двери реагируют? Да. Реагируют на двери. Вау! А я помню, откуда этот звук. Откуда? От той же милиции, только она была такая вот. Так, может быть, мы проверим, кто мощнее, милиция или Нива? Да, давай, папа! Ну, пойдем, пошли в нашу студию. Погнали, все, пошли в нашу студию, быстрее. Ребят, для сравнения у нас есть шестерка и девятка. Точно, вот такая китайская шестерка, но, скорее всего, китайская девятка. И стопроцентная китайская Нива. Вот она какая, ребята. Давай поближе покажем. Откроем двери, сработает ли сигнализация. Ну-ка, открывай. А здесь сигнализация, в отличие от шестерки, у которой она срабатывает на двери. Здесь не срабатывает на двери. Она что же, она срабатывает? Она срабатывает на нажатии, наверное, да? Да. Ух ты! Вот это да! Ну-ка. Да, на нажатии, Игорь. На нажатии работает язык у тебя изо рта, как всегда. Да. Нива ДПС. Вот это да. Пап, ну что будем, на что будем проверять? Проверять будем на скорость. Давай. Да. Давай, я шестерка, ты Нивой. Оттягиваем. Кто быстрее? Нива! Вот это да! Да, потому что... А здесь другой механизм, мы не будем проверять. Кто мощнее? Отпускай. Смотри-ка, шестерка не сдается. Еще раз. Поехали.
Ну, одинаково, ты кстати. Ты видел? Нет, я тебе это... Что там, слетело что-то? Да, не слетело. А, слетает, смотри-ка, да. Да, я тебя победил, ура! Оттягивай. Шестерка! Вот это да! Да! Отлетело у кого? У шестерки отлетело. После удара у шестерки отвалился бампер. Поехали. Вот это мощные! Да! Она тяжелее, чем эта, и поэтому она легко справляется с Нивой. Не вообще позволяет ей побороть себя, да? Да вообще, это тоже железная, но это такая тяжелая. Ребят, вот такая вот Нива, жалко, что полностью капот не открывается. Да, странно, полностью капот не открывается, но а так очень похоже, да? Да. Очень, тут китайцы как бы молодцы. Внешне она прямо идеальная. Шестерка даже так круто не выглядит, но теперь круто выглядит без бампера, надо будет клеить, конечно. Папа, ты сделаешь такой видеоповтор? Какой? Ну, в видеох там типа, как видеоповтор, там как... Такое замедленное движение? Да. Будет. Вот такие вот машинки классные, мне больше понравилось вот это. Не ссорьтесь из-за игрушек, да, и машинок, как мы. Да. Но, играйте. Вот сегодняшний наш герой. До новых выпусков. Клей бампер. Нет. На. Клей бампер. Нет, я. Клей бампер, все. Нет. Ну что, я не буду клеить бампер. А, ну тебе не нравится, я забираю тогда. Не, вот я... Давай. Ребят, давайте пройдем испытание этой тачки. Давайте. Ух ты. Да, ничего себе у тебя коллекция. Игорюшины игруши. Так, настало время проверить наш заказ. Машинку из Китая. Кажется, она приехала. Отлично. Стоп. Это неправильно. Нужно отгрузить ее по-человечески. Правильная отгрузка – это отгрузка с помощью погрузчика. Это машинка из Китая. Да ладно, опять какая-то машинка. Какая-то машинка? Ну ладно, тогда я забираю эту посылку себе. Нет, папа! Нет, все-таки я ее заберу. Эх, папа, давай, ну давай откроем все-таки. Все-таки согласен, да, что там что-то интересное? Ну пойдем открывать. Ну что, волшебная посылочка из Китая? Что, ну, это да, может быть? Интересно, может там интересный автомобиль какой-то? Ну давай посмотрим, так. Эх. Эх. 4, 5, 6, 7, 8! Мерседес Галентваген! А, ну тебе не нравится, я забираю тогда. Не, вот я... Дай! Что, все-таки захотелось? Да. А эта машинка непростая. А почему это она непростая? Потому что она еще со звуком. Да ладно. Вау! Дверь открывается, вау! Багажник. А капот, интересно, открывается? И капот открывается, это... посмотрите, ребята. Вау. Интересно, а что она еще умеет? Наверное, она заводная? Ну-ка. Да. Вау! А еще и заводная. Ребят, давайте пройдем испытание этой тачки. Давайте. Ребят, походу там есть звук. И от механизма? Да, я. Давайте посмотрим на нашем гараже. Если завести Мерседес, он завелся. Ну? Он не заезжает. Он не заезжает, ребята. А теперь она должна попасть ровно на коробку. Ну, пробуем. Заводим. Так. Ну, на старт, внимание, мах, поехали. Ух ты! Она все-таки может взлетать. И, кстати, очень крепкая машина, стальная. Ничего с ней не случилось, не переживайте. Дай-ка я попробую.
Ну попробуй ты теперь. Заведи ее. Так, сильнее так. И отпускай. Вот она! Смотри, не хочет заезжать. Все-таки мы хотим проверить, заедет он или нет, но... Не хватает мощности ему, не хватает, держится, но не хватает ему мощности за этот гараж. Вот он где только справился, в самом конце. Вот такой, ребята, Мерседес. Оу! А если я? Со звуком? Со звуком надо? Поехали! Ну, нормальная скорость. Откроем дверь. Откроем дверь. Ты хочешь рукой поймать? Да. Давай в полном раскрытом виде. Ну-ка. Если я тебя обману. Опа! Папа, мы с этим Мерседесом уже забыли про розыгрыш. Да, сложный выбор. Да, ничего себе у тебя коллекция. Я вам, ребята, очень рад, и вам я дарю вот этот вот Мерседес, правда. Ты этот Мерседес хочешь подарить? Да. Да ладно. Да ладно. Вот да. Это! Ну надо еще две тачки нам. Ну давай. Второе, может, кому? Амона. Амона, так. Да, Амона. Амона. И третья тачка. Какая третья тачка? Вот эта вот еще. Да, вот эта вот газелька полицейская. Да. Ты такую хочешь? Да, еще вот такие вот подарите ребятам. То есть полицейская газель и у вас. Да. И вот этот Мерседес, ты уверен? Да. Ничего себе! Ну и... Мерседес тоже неплохой оказался. Да. Вот это другое дело! Разгон, классический прыжок и... Сегодня у нас посылка опять очередная из Китая. Да ты что? Привет. Привет, ребята. Да, ну что, пакетик, да, вновь. Что за машинка, ты не знаешь? Пока не знаешь. Давай. Посмотри, Бог, это одна машинка, но зато она... Да, пакетик можно убрать и показать машинку срочно. В этот раз, кстати, в коробке, ребята. Обычно машинки что-то без коробок приходят, а сейчас в коробке. Это у нас что? Это у нас Mitsubishi Lancer. Да. Давай, открывай быстрее. Кстати. Так. О, раллийная Mitsubishi, ребята. Это да, это классно. Давай вот эти вот проволоку снимем и покажем. Итак, ребята, вот такая классная машинка. Посмотрите, я вот с детства обожаю ралли. Это Mitsubishi? Да, Mitsubishi Evolution. Evolution Mitsubishi номер 7. Да, давай, ну что там у него есть-то? Что есть-то? Двери-то открываются? Покажи, да. Ребят, давай покажем двери. Ребят, а помните нашу прошлую машину? Сейчас мы покажем эту. Вот смотрите, ребята, спереди еще у нее есть вот такая отметочка. Lancer Evolution. Есть дворник, очиститель сзади, да? Есть спойлер. Вот такая вся расписная, красивая. Зеркала, ух ты! Серый салон и руль, кстати, справа, да? Да. Правый руль, значит, чисто японский. Вот такая вот классная тачка. Вот, ребята, инфра, да. Механизм-то есть? Ой-ой-ой-ой-ой. Это значит что? Мы сейчас будем проводить соревнования. Да. Это у нас Subaru Impreza, да? Тоже номер 7. Тоже номер 7. Только кстати, грязная. Да. Кстати, да, номер 7. Она, кстати, это из Норвегии. Это норвежский пилот, да. Петер Солберг. Ну все, ребята, давайте проверять их в действии. Через слизь, грязь и песок. Погнали! Да. Давайте сначала так проверим. А так? Ну давай, все. Давай сначала. Давай. Вау! Лансер немножко на пол капота был первый. Ну теперь точно соревнования, погнали. Смотрите, ребят, это раллийная грязь. Раллийная грязь, жижа, да? Есть такие условия в ралли, когда бывает жижа. И сейчас мы проверим, кто из этих крутых просто машинок будет круче по этой слизи. Давай, давай ее раскатаем. И кто не застрянет в этой слизи? Самое главное не застрять. Давай вот так раскатаем. Вот так раскатаем жижу. И давай машинку какую-нибудь. О, села. Еще раз попробуй. Не верю, что Лансер не проехал. Что-то я не верю.
засел. Смотрите, ребята, все-таки заседает. Ну-ка, а Субарик? Да, теперь Субару. Давай Субару. Тоже сел, смотрите-ка. Почти, а Лансер? Поехали. Лансер проехал. Ну-ка, давай Субару, я тоже думаю, что проедет, наверное, все-таки. Ну, что ж такое? А, давай еще раз. Я тоже смогу. Ты смог! Молодец. Субару тоже проехал. С 10-й попытки, я не знаю, с какой, но мы все-таки преодолели эту слизь. Но Лансер был поубедительней. Фу, какая слизь. Ребят, теперь песок. Высыпай. Так. Есть. Ну что, будем делать сейчас дорогу. Давай вот просто ее раскатаем полностью. Митсубиси Ланчер. 3, 2, 1, старт. Ой, как рвануло. Ой, как рвануло, аж следы остались. Еще раз. Так. О, и еще давай. Есть. Я тоже хочу. Ты тоже хочешь? Ты ее плохо раскатал. Вот это другое дело. Так, теперь Субару. Я выиграю кубок. Субару, не, Лансер меня сегодня радует. Давай, Субару. Есть. О, тоже. Я тоже. Тоже. То есть не зря они называются раллийными тачками, да? Они все проходят. Ну, теперь давай усложним задание. Будем перескакивать. Итак, ребята, новое задание. Классическое раллийное. Нужно. Устоять на колесах. Устоять на колесах. После прыжка, да? Это когда машина входит вот так вот на трамплине, подлетает, и либо она вот так происходит, либо она едет дальше. Давай, раскатай. А-а-а! Еще разок. С краю взял. Сейчас то же самое будет. Устояла. Вот тут она повисла. Вот так, давай. Ох, как переехала! Тоже переворот! Не смогла! И победитель у нас Лансер! Лансер по прыжкам самый крутой! Что-то не значит, ребят, я покажу повтор! Ну давай, попробуй! Как она полетела! Вау! И села, да? Не доехала! Разгон, классический прыжок! И... На колеса! Это у нас подиум второго места, вот так внизу. А наверху подиум первого места. А третьего места у нас нет. Потому что у нас нет раллийной машины больше никакой. Но если только Жигули, надо было Жигули еще взять. Пока-пока, мальчики и девочки. Ставьте лайки и подписывайся на канал Горюшин и Груши. Пока-пока. Пока, ребята. До новых выпусков с победой. До новых приключений и раллийных участий. Точно. До новых встреч. Только до новых встреч. Цепляем прицеп с машинками. Техпомощь ПАС быстро подъехал на помощь грузовику. Ребята, сегодня у нас посылка очередная из Китая. Привет, ребята. Здорово. Привет, ребята. Это... Посылка из Китая. Как ты думаешь, что? Я пока не знаю, а ты? Я тоже не знаю, что. Давай уберем наш погрузчик и попробуем открыть. Ай-яй-яй-яй-яй. А просто вытащи, просто вытащи. Я уже что-то вижу. Давай, тащи. Это! Это фура! Да, это фура! Еще и бензовоз, что ли? Да, это бензовоз. Ух ты! Такой у нас, да, вот такой есть. Ну давай быстрее откроем коробку, смотри-ка. В пути помялся сильно. Дай посмотрим, все ли в порядке с самой фурой, да? Так, оу. Вот она вся коллекция. Смотрите, ребята, вся коллекция какая крутая. Так, оу. Ничего не открывается. Ничего не открывается? А кабина зато железная, кстати. В отличие от Дикий Тойс, кабина... О, снимается. Посмотрите, ребят, какая красивая. Би-би. Такая красивая. Би-би. А тут нечего открываться-то. По большому счету здесь ничего не должно открываться. Давай покажем саму голову. Голову. Это что у нас такое? Вот, ребята, кстати, напишите, пожалуйста, что это за машина?
Ну, я думаю, что это Скани. Да, посмотрим, что ребята ответят, да? Да. Ну, давай, соединяй обратно. Ребят, напишите нам в комментариях. Обязательно напишите. Да. Так, вот здесь мы защелкиваем и вот так поворачиваем. И теперь он в сборе. Во как. А если, кстати, задом сдавать, то тоже очень сложно. Это нужно быть мастером, мастером дальнобойщика. Ну, кстати, да. Ребята, вот такой замечательный бензовод. Ну, а сейчас небольшая история. Погнали. Ребят, автовоз ведет машинки в автосалон. Автовоз машинками двигается в сторону Москвы, чтобы доставить эти эксклюзивные машинки в автосалон, а затем и на выставку. Ребят, ну вдруг грузовик теряет мощность. Да, начинает замедляться, двигатель начинает задыхаться, и фура встает. Что же делать? Машинки нужно доставить к вечеру. Как же быть? Водитель начинает доставать рацию. Коллеги, кто может помочь? У меня проблемы. У меня закончился бензин, и я потерял мощность. Слушаю вас, да. Что у вас случилось? Да тут просто я застрял. Что, с мотора сломался, что ли? Да, мотор сломался. И машинки надо привезти к вечеру. А где вы находитесь? Посередине, что между Питером и Москвой? Да, между Питером и Москвой. Ладно, я сейчас попробую связаться с тем, кто близко с вами, хорошо? Да. Окей. Прием, это водитель бензовоза. Да. Я тут близко, мне передали, что у вас проблемы. Да. Я пустой, могу подъехать, помочь. Бензовоз с пустой цистерной подъезжает к сломанному автовозу. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, не завести? Мотор окончательно сломался? Да. Что будем делать? Реально перекинуть местами. Что, бензовоз вместо этой поставить? Да. Ну давай, в принципе, у меня есть время, могу помочь. И водители скидывают свои прицепы. Водитель автовоза скидывает свою цистерну. Остается одна голова. Теперь автовоз скидывает свой этот самый прицеп, да? Есть, все. Теперь, что мы делаем? Я подъезжаю к этому и цепляю его, сдает задом. Вот сюда, этот оттащили. Так, сдаем задом. И цепляем прицеп с машинками. Теперь тот, что вез контейнер, да, бензовоз, везет автомашинки. А этот остается здесь вместе с цистерной. Ладно, жди помощи, я поехал с твоими машинками, а ты жди помощи. Да. Как только сделают, привези эту цистерну в Москву, я скажу куда. Окей? Да, окей. Все, другой грузовик повез машинки в Москву, а этот остался на трассе ждать помощи. Техпомощь ПАС быстро подъехал на помощь грузовику. Ну что, попробуем решить проблему на месте? Да. Ну давай. А в это время грузовик уже доставил машинки на место. Проблема оказалась несерьезной. И машинку быстро отремонтировали, да? Да. Спасибо тебе, ПАЗик, техпомощь. Ну, да. Не за что. Не попадай в беду больше. До свидания. Отремонтированный грузовик поехал в сторону Москвы догонять своего помощника. Ребят, мы вот и встретились, два товарища. Все, фура подъезжает к месту сдачи машинок. Ну что, спасибо тебе, что помог с машинками, да, доставить к вечеру. Вот твой контейнер. Давай поменяемся местами и будем держать, да, путь. Машинки снова поменялись прицепами. Все, машинки доставили вовремя. А цистерна поехала заправляться. Все, счастливо, друг. Счастливо. Не попадай в беду. Стоять, я буду стрелять. Песок начинает сыпаться прямо в полицейскую. Тут патруль делает полицейский прием. Это атака в бампер. Привет, ребят, сегодня у нас опять машинки из Китая. Ты знаешь, какие они? Да. Привет, ребята. Какие? Кингсмарт. Немножко приоткрыли тайну. А какие Кингсмарт, не знаешь? Нет. Ну давай откроем. Так, вот это у нас пакет из Китая очередной. Да. Так. Сейчас я возьму ножичек, кстати. Ножичек детям не игрушки, поэтому... Я ощупь не знаю. Детям ножик не игрушки, поэтому папа откроет. Так, внимательно будьте. Я когда-то пользовался. Да? Ну, это только под моим, наверное, присмотром. Так, открываем.
узнает. Так, так, аккуратненько. Так, так, так. Пап, я, кажется, вижу. Это Форд. И все, да. Мне тоже не нравится, что две. Но больше не влезла в этот пакет, к сожалению. Ребят, это машина Ford Crown. А это машина Ford Raptor. F, что написано там? F-150, да? Во, F-150. Крутая тачка. Тоже грязная. Помните, у нас была Subaru? Subaru, помните, у нас была? Сейчас я вам покажу ее. Дотянуться надо. Оп. Вот. О! Такая же грязная, да? Как это. Что у этой машины есть? Механизм двери, борт может откидываться. Так. Так, механизмы у них есть? Нет. Есть. Что у этой машины открывается? Давай покажем ребятам, что машина у этой открывается. Двери. Хорошо открывается? Здесь двери открываются. И у полицейского Форда Краун. Я очень люблю такую машину. Потому что она полицейская? Да. А у этой ведь, у этого большого Форда ведь тоже еще что-то открывается. Как ты думаешь, что? Правильно. Борт, задний борт открывается у этого Форда. Смотрите, а ребят. У этого только дверь. О, какой крутой. Просто весь в грязи. Сейчас поближе покажем. Пап, а еще мы можем такой монстр трак купить. Можем. Посмотрите, как, так же как у Subaru. Вот. Где дворники работали, там чисто. Остальное все грязно. О, какой он. Похоже, да, они между собой. Тоже Kingsmart, тоже такой же вот стиль. Это а, нет, тут еще грязнее. Посмотри, тут еще какие вообще кляксы коричневые. Вот я вам вблизи показываю, как выглядит место водителя. Пап, значит, о, это грязевые, а это полицейские. А это полицейская. Значит, это бандит. Давай покажем полицейскую поближе теперь. Так, открываем двери. К сожалению, света нету, да? И сигнализации нет никакой. То есть она просто с механизмом, с дверьми. Это Kingsmart. Сейчас покажем, как выглядит место водителя у нее. Смотрите. На старт, внимание. Марш! Оу! Кто был быстрее? Полицейский. Верно. Правда, она у меня улетела. Ну что, у нас сегодня будет погоня за этим грязным раптором, который, наверное, что-то украл. Да. Поехали. На одном из карьеров добывают песок. Да, этот песок очень ценный, дорогой. И за ним, конечно же, многие охотятся. Многие хотят его прибрать к себе. Да. Стройка заканчивается, добыча заканчивается, наступает ночь. Да, я сегодня сам пойду посплю. Сказал рабочий и ушел. Но за ним следил воришка на пикапе грязный. И он дождался, пока рабочий пошел спать, подъехал к карьеру, развернулся, сдал задним бортом к песку. Задним бортом к песку подъехал, откинул, слез с машины, откинул борт и начал засыпать песок. Тихо, тихо. Тихо, тихо, чтобы никто не услышал. Быстрей, быстрей этот песок. Засыпай. Есть. Какое-то количество песка он загрузил. Закрывай борт. Есть. Есть, сказал воришка. Я немножко. Садится в машину. Но все равно немножко, но я в следующий раз за ним приеду. Да. Но джип работает очень громко. Не получилось тихо отъехать. И проснулся рабочий. Что за шум такой тут был? О, ничего себе от кучи сколько отняли. Я вижу следы от пикапа. Надо вызывать полицию. Алло, полиция? Да, это я, девушка, полиция. Я обнаружил кражу песка на карьере. Да, уже выезжаю. Спасибо, жду. И полицейская машина поехала в сторону карьера. Подъезжает к карьеру. Что у вас тут? Посмотрите, сколько песка кто-то стащил. Значит, я уже за ним поеду. А вы знаете, кто это? Кто это? Это какой-то явно большой пикап. Да. Посмотрите на следы, которые здесь. Обратите внимание. Попробуйте найти его по следам. Скорее всего, это было недавно. Удачи! Через лес вела только одна дорога, по которой и уехал пикап. И полицейская быстро нагнала его. Остановиться! Да, дорога очень узкая, и полицейская ему не догнать. Не догнать. Но джип ускорился. Пикап ускорился и случайно открылся борт. Песок начинает сыпаться. Стоять, я буду стрелять. Песок начинает сыпаться прямо в полицейскую.
Ребят, пока шла погоня, песок весь высыпался. Весь песок высыпался, пока шла погоня. Тут патруль делает полицейский прием. Это атака в бампер. И пикап разворачивает. Вот и с другой стороны тоже. Воришка спрыгивает с машины и убегает. Но полицейская все равно догоняет его. Все, полицейский поймал грабителя. Пикап наконец-то остановился, а полицейская... Надела наручники на воришку. Да. Ты понял, почему я за тобой гналась? Да, понял. Ты больше так делать не будешь? Нет. Никогда ничего не воруй. Надеюсь, у тебя будет время подумать. Ребят, соблюдайте закон и никогда не воруйте. До новых выпусков, друзья. Пока-пока, мальчики, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Гаджимишки. Пока-пока. Крутые китайские машинки, да, вот Соня? Такие вот, да. До классные. Новых выпусков. Выбирай любую. И подписывайся на канал Игорюшин Игрушин.